Пока горожане веселились и встречали новый 2019 год, сотрудники милиции несли службу в усиленном режиме. Ведь главная цель правоохранителей – обеспечение безопасности новополочанам. На всех объектах массовых гуляний было организовано патрулирование милицейских нарядов. Однако сотрудники ГОВД отмечают, горожане вели себя добросовестно и серьезных нарушений закона зарегистрировано не было. В городе новогодние мероприятия проводились, скажем так, на трех основных точках. Это наша площадь строителей, основная городская елка, в Боровухе и в районе дома 166 по улице Молодежной. Грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Преступлений в городе также в новогоднюю ночь не зарегистрировано. Поэтому, ну и основная работа сотрудников была направлена на профилактику правонарушений. Поэтому к людям, дабы не испортить настроение праздничное, да, применялись меры предупреждения. Сотрудники милиции отметили, что прибегать к режимным мероприятиям, а это, например, личный досмотр, не приходилось. В новогоднюю ночь не забывали и о дорожной безопасности. Сотрудники городского отдела ГАИ также несли службу в усиленном режиме. В течение суток задействовалось 100% сотрудников, в том числе и дорожно-патрульная служба, в том числе и сотрудники, которые проводят работу по проведению административных процедур. Цель наша была в новогоднюю ночь именно обеспечить безопасность дорожного движения, обеспечить безопасное участие в дорожном движении как водителей, так и пешеходов. Ну, к сожалению, был выявлен один факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Теперь нарушитель понесет наказание, а это лишение прав управления транспортными средствами всех категорий на 3 года и штраф от 50 до 100 базовых величин. Автомобиль нарушителя также задержан и будет находиться на штрафстоянке до момента исполнения нарушителем постановления, а это уплата штрафа. Карина Херсан, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.